новый вирус для майнинга криптовалют. Согласно newsbitcoin.com, это троян, использующий инструмент взлома ANB. Он сканирует ПК жертвы на доступные ресурсы, которые могут быть использованы для майнинга Monero. Троян под названием Trojan BTC Mine 1259 был впервые обнаружен российским антивирусом Dr. Web. После заражения вредоносное ПО создает простой бэкдор, позволяющий хакерам выполнять код на машине. Троян BTC Mine 1259 уже не первый вирус, связанный с криптовалютами. Недавно был обнаружен аналогичный вирус под названием Eternal Miner, который нацелен на серверы Linux.